Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, а это очередной, не знаю какой уже по счету, 50-й бизнес, который попробуем мы с тобой развить. Но это не факт, потому что это вторая часть игры под названием Интернет-кафе-симулятор, а в Симах, В отзывах Стима ситуация двоякая. Кто-то пишет, что она лучше первой части, кто-то пишет, что она хуже первой части, кто-то пишет совершенно иное, но мы с тобой в первую часть даже разом глазом ни одним не видели, поэтому давайте посмотрим сразу вторую часть. Как бы, если она вышла, наверное, должна быть лучше. Разработчик должен учесть все ошибки, какие-то предложения взять, принять в игру, вставить. Не знаю, разберемся. Так, а ведь название вашего кафе. Интернет-кафе-симулятор. Интернет-кафе-симулятор, да. Напишу. Ой, в смысле? Да! Это кафе. Кафев. Да, это кафев. Норм. Норм? Окей, норм. Да. Такое. Кафе. Вот так. Да, это кафев, норм такое каф. Нормально, не знаю, как это правильно прочитать, но пусть будет так. Игра откроется поздно при первой загрузке. А, хорошо. Пожалуйста, подождите. Подождите, пожалуйста, игра открывается очень поздно. Сразу, знаешь, это долгое открытие кафешки, там нужно все это учесть. Так, контролеры, значит, ВСД, прыжок, тап, навыки умения, щелчок ударить кулаком. Кого? Компьютер, чтобы лучше заработал, что ли? Может, адаптировать скорее за более короткое время, получающие миссии, но не скучные и не длинные. Так, хорошо, тап — это инвентарь, X — это клавиша умения, хорошо. Выйди из квартиры. Ой, как это? А что так резко-то? Секундочку. Настройки, чувствительность вот сюда, вот как, естественно, поставлю я. Вот так пойдет? Вот так получше, да. Такой у него забавный прогулочный шаг. Да, кальяны какие-то, диваны. Зачем тебе кафе вообще? Сиди здесь, в чем проблема? Так, нажмите Е, чтобы открыть-закрыть дверь. Хорошо. Поднимитесь на лифте. Вы должны быть на одном этаже с лифтом. Ага, окей, понял. Так, какая разница, вызвать лифт сюда или сюда? В принципе, без разницы, наверное. Обычно, типа, если есть две кнопки, то одна вызывает лифт для того, чтобы ехать наверх, а другая вызывает лифт для того, чтобы ехать вниз. Но это должно быть несколько лифтов, чтобы... Чтобы люди, короче, не путались. Не путались, чтобы ехали туда, куда им нужно. Так, мне нужно куда? Останавливаться. Перейдите в свое интернет-кафе, нажмите М, чтобы открыть карту. Это что, блядь, за бомбермен? Твой дом, БТК Майнер, ваше интернет-кафе, магазин секонд-хенд, клаб. Окей. Так, ну мне типа вниз, да? Поехали вниз. Как все сложно здесь. Дожмите, чтобы открыть. Я пока не буду. Нельзя ни в коем случае пытаться открыть дверь, пока лифт едет. Если лифт не доехал до конца, двери открылись, но он в неправильном положении, не вздумай из него выходить. Нужно звонить в поддержку лифта и говорить, что я в лифте стою, лифт не доехал до конца, я боюсь. Придите, меня освободите. Так, здравствуйте, здравствуйте. Вот так, вот так, близнецы. Где ваш парный велосипед? Народ, что? Что это такое? Что это такое? Так, это я где-то рядом с клуб, наверное, потому что это прям... Прям... Что? Что там? Колбасер по пояс чистый, а по пояс грязный? Что такое? Я знаю все, что происходит в этом городе, чувак. Владелец Донтон от кафе. А я сбил человека, который работал в кафе до тем уже. Если бы вас она лал, то бы и случилось. Это хочешь посмотреть, он говорит, буровую остановку для майнинга биткоина. А то сначала заплатить лицензионные деньги. Иди ты нахер, слышишь, придурок. Так, ладно, где я? Ой, я промахнулся чуть-чуть, мне нужно вперед и сюда, да? Да, колбасер по пояс голый, да, мы сажаем помидоры, да, вырастают огурцы. Подними свои трусцы. Хорошо, нормально, это песня, новый хит по-любому. Можно записывать, можно писать, можно веселиться. Так, интернет-кафе, открыть дверь. Я в гор... А, ну да, конечно. А где же еще? Электричество отключено. Блять, я за него кто-нибудь заплатил, чтобы он работал, нет? Так, вот электричество, да? Электрический переключатель. Хорошо, электричество включено. Так, ну-ка, мутный тип ушел отсюда, нахер, ты мне не нравишься. Захвати швабру и убери свое кафе. Давайте заберем, давайте уберем. Так, очень грязный. Ага, хорошо, мусор убрали, мусор. Так, ладно, а он просто сам по себе убирается? Ясно. Какая, блядь, мультифункциональная швабра. Она просто мусор, короче, заметает в себя. Если я рядом буду мести, он уберется? Нет, только так. Хорошо. Хорошо. Подметать, бросать. Кого бросать? Бросать эту работу? Искать себе нормальную? Хорошо. Так, ну пол до сих пор очень грязный. За мной полоску вот написано, если что, написано очень грязный, и вам видно, этот, видно ее положение. Короче, прогресс. Прогресс-бар.
как это сказать, линия прогресса. Ну вот это вот, ну сейчас пока что в принципе грязь. Какой кафе вообще, весь один компьютер, кто-то ко мне придет, какие кафе? Какое кафе, сюда никто не придет, алло. Я в такое кафе не пошел, если честно. За кафе. Так, где грязь? Что? А, следы, окей. Пегадас. Пегадас — это следы на каком языке, скажите, пожалуйста? На каком языке пегадас будут следы? Так, пол чистый. Не верю. Вранье, блядь. Он не чистый. Как это? Как это? Откуда? Я сейчас все сначала оттру, как бы, если уж делать. Если уж делаем для себя, то получается по-любому нужно дочищать. Где еще грязь? Где какая грязь? Я не понял, я же все отмыл. Бейсбольная бита — это не грязь. Что там? Нажмите, чтобы взять предмет. Я уже что-то ношу. А, хорошо. Ты уже... Где последний след? Опа. А, я думал, тот мне в стену въебал с ноги. Ну ладно. Так, нажмите, чтобы взять предмет. Да я понял. Так, бросить швабру, допустим. Это взять, это строить. Строить? А почему не строится? Типа, может построить здесь? Пусть стоит здесь. Это что такое? Нажмите Е, чтобы взять предмет. Здесь не хватает системника, монитора, кресла, клавиатуры и мышки. Да, правильно. Купить компьютерный корпус, монитор, клавиатуру и мышь на заморозе. Написано что-то на заморозе. Что такое замороз? Ты замороз? Нажмите Е, чтобы использовать компьютер замороз. Хорошо. Space, чтобы запустить компьютер. Поехали. Ба, это сервер какой-то. Че он так шумит? Бутинг. Загрузка. Окей, загрузка. Ждем. Мы... Да, ой, какая картинка прикольная. Какая прикольная картинка. Так, My Cafe. Сюда мне нажимать? Да, это... А, это я так называл. Все, я понял. Сложное название. Кафе Софт. Пэтс... Заказы, компьютеры. Купить компьютер... А где? В 3W? Крипто, Билл, Мол... Мейл, Скин Кейс, Варкрой, Кавай, Замазор. Замазоре покупать. Что за хуй? Так, о, компьютер кейс, хорошо. Мне типа любой старый компьютерный корпус. $145, 299. Но я пока куплю единственный, потому что мало ли что-то случится. Так, 145, заказал или что? Я не понимаю. Добавил в корзину, наверное, да? Где моя корзина? Да что ты так двигаешь? Неправильно. Где корзина? VR-headset. Чё, блин? Да в смысле, замазор, как купить-то? Купить корпус. Ну, я покупаю корпус, он не покупается. Можно какой-то определенный купить? Еще раз, компьютер кейс. Высококачественные оптимизированные компьютерные корпуса. Чтобы собрать компьютер, нужно много думать. А, не нужно много думать. Да ладно. Так, ну-ка вот так на весь экран. Во. Блин, а какой купить-то? А, вот корзина-то моя. Ети, твою мать, зачем я столько набрал-то? Нормально. Так, товары в корзине. Дальше. А, компьютерный корпус, монитор. Монитор. Мониторы, хорошо. Так, за 150 старый монитор. Пойдет? Пойдет. Дальше. А, монитор, клавиатуру и мышь. А сидеть-то на чем? Мышь. Старая мышь. Пойдет. Так, маус-пэд, это коврик. Где клавиатура? Клавиатура, где, я спрашиваю? Маус, монитор, окей, борт, хорошо. А что так дорого? 108 старые, они столько не стоят. Компьютерный корпус, монитор, клавиатура и мышь на заморозе. Хорошо. Так, а полная оплата оплатить. Дождитесь доставки товаров. Хорошо. Надо было, наверное, сначала заказать, а уж потом начать... Что это такое? А уж потом начать убираться. Так, какой это выход? За электричество надо платить или нет? Там кто-то пришел? Гаражная дверь. Так, это кому-то втащи. Так, иди отсюда, слышишь? Иди отсюда. Иди и грабь, блядь, своего кальмара где-нибудь в другом месте. Да кто такой? Что это? По-моему, должно быть наоборот. Вниз выключено, вверх включено. Так, иди отсюда. Иди, не пугай мне клиентов. И ты иди отсюда. А кто здесь? Народу много. Ща бизнес пойдет. Я жду пока. Жду доставку товаров. Так, это идешь сюда. А где-то есть для нее место хранения? О! Последний пегадас нашелся. Хорошо. Так, отлично. Отлично. Значит, это бросать. Бросать. Отлично. Хорошо. Все, жду. Можешь в комп пока поиграть? Давайте поиграем в комп. Сидишь такой на улице, на свежем воздухе, и хуй кто не наебется на тебя. Так, мое кафе. Краска для стен за 200. Что такое? Что случилось? Разместите продукты и подготовьте компьютер. Так, секунду. А-а-а! Что это такое? Ебать, прикол. Так, ладно, а как это работает?
Тап, наверное, да? Тап — это инвентарь. Рюкзак. А где они? Нажмите Е. Строить. Так это я не то сделал. А, у меня есть стул здесь. Хорошо. Строить. Стул-то уже есть. И как это делать? Электричество отключено. За что? Не кричи, пожалуйста. Разместите продукты и подготовьте компьютер. А как? В смысле? Как я их размещу-то? Блин, этот бесперебойник такой здесь вообще никакой не стоит. Да, мне компьютер просто выключился сам. Так, пусть пока загружается. Он пока загрузится, полтора дня. Как это? Так, стул есть. А как мне разложить-то? Инвентарь, рука, рюкзак. Икс. Так, это мои скиллы. Инвентарь и... Это то же самое. Подожди, может где-то на улице есть этот какой у меня? Дверь какая-то. Почтовый ящик какой-нибудь? Здорово. Это мое? Серьезно? И баб скрываем. Хорошо, давай, допустим. Так, раз. Так, охраняй, Бобик, чтобы никто ничего не спиздил. Строить. Давайте лучше поставим... Нет, давайте его, во-первых, поставим лицом сюда. Как крутить? Крутить можно как-то? А, вот, ку слева, ку справа. Ну, типа, поставим вот сюда к стене. Я уже что-то ношу. Секундочку, ничего не носи. Так, R право. Допустим, есть монитор. Этот... Ушел отсюда быстро от моих товаров, да! Ушел, сказал! Быстро все от моих товаров отошли! Туда додумался на эту бомжатню привозить и оставлять прямо здесь? Что за бред? Так, строить. Поехали дальше. Это переворачиваем. Какой отличный монитор, прекрасный. Клавиатура вряд ли уместится, но это как бы не мои проблемы. Кто захочет прийти поиграть просто по дешевке, тут придет и поиграет. Уйдите, не бегайте по моим клавиатурам, идите же пассатижи. Надо немножко будет переместить этот, как его, стульчик в другую сторону. Так, строить. Ну, в принципе, нормально. Вот сюда вот раз. Так, монитор. Строить. Вот сюда вот два. Клавиатура строить. Как-то, наверное, вот так. И типа, ну все, пошло кафешка. Я не думаю, что у меня здесь будет много покупателей, посетителей. Но те, кто будут, те будут элитные. Понимаешь, только элитные. Тут даже подсветка есть профессиональная. Элитные, окей. Допустим, открой кафе. Можете сделать с основного компьютера. Допустим, пойдем откроем кафе. Так, открыть кафе. Опа. Все, ждем клиента. Дождитесь прибытия первого покупателя. Так, это секундочку. Это мешает, портит внешний вид. Я положу к себе, типа, здесь пока что склад. Так, это что-то у меня загорется, может, серьезно? Понял. Товарищи, новый, лучший вообще интернет. Так, собакам здесь не рада, ни крещеным, ни бегись. Что с тобой происходит? Идти, думаешь, что с тобой случилось? Ты где-то по мховым текстурам побегал, песик? Так, отличный, новый, просто прекрасный интернет-кафе открыт. Заходите, иди отсюда, слышишь ты? Синусоида, блядь. Не подходи ко мне, пожалуйста, я не буду тебе ни о чем платить. О, здравствуйте. Так, секундочку. Надо сказать, куда ты пошел? Куда ты пошел? У нас же эти приватные здесь сессии, все нормально. Типа, иди, вообще просто зашел. Что это? Зашел, один играешь, все тут сервис, сейчас я тебе арбуз принесу. Ну, блин, никто не приходит. Серьезно, лучший в городе интернет-кафешник. Да не ходите ко мне собаками. Ходите по одному. Кто бежит-то ко мне? Почему ко мне никто не идет? Ну, хоть ты зайди, поиграй. Тебе как раз во что играть, тебя уже никуда не берут. Иди, играй. Так, я не понял. Ладно, окей, я сижу здесь. Да, вот здесь вот. Заходите, пожалуйста, ГМС Барбершоп. Может, помидор... Что с тобой? Кошка померла. Так, а ко мне чувак зашел и вышел. Может быть, он сломался, когда дверь... Может, он испугался? Просто думал, что я маньяк какой. Да ну нет, я просто хозяин нового, смачного, самого лучшего в городе интернет-кафе. Да почему оно закрыто-то? Кто закрыл-то его? В смысле после клиента не приходит? А когда они приходят? Не понял сейчас. Так, может мне купить еще один стол? Блин, здесь так-то тесновато. Не знаю, не... Это что такое? Это кто так сделал? Кто это принес сюда? Когда здесь никого не было? Что за бред? Вообще не... Откуда здесь бутылка? Да здесь прибытие первого покупателя. Да я жду, ладно. Кстати, обучение идет. А во сколько приходят клиенты? Да не дерись ты, пожалуйста. После часа я открою все равно. Пусть работает. Мало ли кто-то придет. Во сколько открывается интернет-кафе обычно? В 12 дня? В час? В 2? Все, заходите. Ну реально, открыто. Вот видите, все, я все сделал. Во! Раз.
А что это было сейчас? Че за хрень сейчас произошло? Не понял. Что случилось сейчас? Это что, это конкуренция какая-то? Или что это сейчас было-то? Я что-то вообще ничего не сообразил, забежал, чувак. Что-то бузнул мне тут, и у меня все сломалось. Ладно, окей, допустим. То есть не нужно было ночью кафе открывать? Ночью всякие придурки сюда ходят или что? Пиздец, только все построил, нет, началось. Допустим. Так, что там по времени вообще? Что происходит? Блядь, почему нельзя включить, не садясь за него? Как это нет включить? Я же только что включал его. Допустим. Кто, где, где купить бесперебойник? Мне кажется, что-то нехорошее происходит, когда постоянно ко мне у меня выключается электричество. Такое чувство, что загружается какой-то принтер, а не компьютер. А как, подожди, а как это надо было доджить? Надо было дверь закрыть? Так, открыть, закрыть, поехали. Ну, во сколько они придут-то? Нужно ждать и смотреть, когда вот здесь по эта плашка пролетит, тогда все будет нормально, да? После часа ночи на окле. А почему? Да в смысле, блядь, это что за вранье? Вообще-то компьютерные клубы, наверное, большинство своих заработков делают именно по ночам. Когда, короче, куча народу собирается, снимают этот клуб на ночь. В 9 утра открывается, окей. Снимают клуб на ночь, и приходят люди с целыми пачками, затариваются, начинают играть там по сетям, по всем вот этим вот. Зайдите ко мне, кто это поиграть-то, алло! О, здравствуйте. Так, а что за лампа? Заказчик отправил вопрос на включение компьютера. Так, допустим, запустить время... Использовать приложение Кафе Софт, окей. Так, Кафе Софт, поехали, запустим. Кафе Софт, май кафе. Кафе Софт. А где я возьму кафе Софт? А, вот Кафе Софт, окей. Запросы. Пожалуйста, разблокирую на 2 часа. Утвердить. Вы выполнили обучающие миссии, теперь вы можете свободно играть в игру, при желании можете пройти несколько квестов, гуляя по городу. Игра сохранится, когда вы спите. Так, а я не спал, хорошо. Чё, всё? Чё, всё? Главное меню. Правильно, главное меню? Новая игра. Да я тебе как, какая новая игра-то, алло, ну ты чё? Плохое название. Второй, окей, второй заход, допустим. Заход. Типа так. Можно, пожалуйста, без обучения все это сделать? Да я не хочу обучение делать, алло, какой? Дай мне, блядь, новую игру без обучения, прекрати. Полноэкранный объем сглаживания. Да серьезно, что ли? Короче, я так понял, что не надо было выходить. Нужно было просто нажать Escape и все. Я подрался с какой-то женщиной, и она меня избила. Просто мимо проходил, решил попробовать, что это такое. Оказывается, что это не надо нажимать, когда рядом есть какой-то человек. Так, что ты тут делаешь? Дай посмотрю. Что ты там делаешь? Смотри, мне только на какие сайты здесь не лази, понял, там, чтоб не было вот этого всякого ненужного. Там вирусы, вся вот это лазишь там. Вот ты показываешь, кому ты там это показываешь. Не надо, здесь даже камеры нет, придурок ты. Что ты делаешь? Так, ясно. И что дальше? А я денег хоть каких-нибудь заработал или что? Он типа просто будет сейчас здесь 2 часа сидеть и все, что ли? Он не помнит. Ты слайд-шоу какой-то смотришь? Или это фильм? Он сидит, у него вышка лежит, клавиатура лежит, он ничего не трогает. У него просто что-то там мигает. Ладно, окей. А если я его закрою? Я его закрыл, он уходит, да? Ты уходишь прямо через дверь, да, сквозь. Что такое? А, деньги? Да ладно. В смысле? Что за бред? $61 за 2 часа. Так, подожди, во-первых, это какой-то бред, это просто полнейшая бредятина, потому что деньги в компьютерных клубах берут заранее, потому что дурачков, которые приходят поиграть на халяву без денег, их очень много, и вот эта вот стратегия просто глупейшая. Заходи, заходи, Шрамп, заходи, говорю, давай поиграем. Короче, это очень глупо, я не одобряю. Ты слышишь, ты, козел? Он просто взял... Да ладно, ты что натворил-то?
Просто взял, мне тут пришлось все заново играть, кстати говоря. Пришлось все начинать заново, и все заново, собственно, началось. Так, кафешка работает, у меня нет. Почему она закрыта-то? А почему? Кто его закрыл-то? Алло, что случилось? Я ничего не закрывал. Я могу здесь какую-то цену сам настраивать или что-то вроде того? Май кафе, что это такое-то? Место, куда я не пойду. Почему? Почему? Что значит место, куда ты не пойдешь? Согласен. Так, а Муса, пожалуйста, разблокируйте его. Кого разблокируйте? Утвердите. Мусор это в смысле? Какой безграничный? Охренел, что ли? А как это? Сначала нужно завершить настройку. Как понять безграничный? Отстань! Он хотел у меня навсегда здесь прописаться, что ли? Ты что, дурак? В смысле безграничный? Ты посмотри, падла, пришел, насрал и даже ничего не купил. То есть он бы реально просто бы занял мой компьютер и сидел бы здесь всегда? Это как-то очень странно. Даже более странно, чем вот эти кошки. Так, может быть, дадим ему $100? Он что-то с заданием ходит. На, оплатить. Заглядывай ко мне время от времени, кажется, мы с тобой хорошо ладим. Теперь вы можете купить инструмент BTK Miner, а если хотите, хорошо. Так, здорово, а он плачет, почему в плохом настроении. Ты не кури мне здесь, курить запрещено! Ну ладно. Чё за клиентура-то пошла какая-то отвратить? Вот на один час, пожалуйста, утвердить. На один час согласен. Заказы, компьютеры. А что значит изменить цену-то? Можно как-то поднять, опустить? Или нужно было сюда изначально заходить, когда здесь не было никакого клиента, и тогда бы настроили, и все было нормально. Что такое запросы? Можете продлить мое время? Могу. А почему нет? Нормально, сейчас заработаем бабченских, все будет прекрасно. Так, вышел. Не, ну нормальная кафешка. Я так понимаю, нужно открывать второе место, что ли, игральное? Но если нужно открывать... Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? Руки на стол, ты что вытворяешь-то? За голову держи, все. Держи руки за головой, никуда их не опускай, ты понял? Я, блядь, не... Аж в глаз что-то залетело. В глаз цензура залетела какая-то ко мне сейчас. Что за дела? Да что такое? Прекрати. Так, я не... А, я думал, без денег. Давай сюда. Давай деньги, говорю. Забавь. Так, 27 долларов. Очень невыгодно. Так, секундочку. Секундочку, я настрою. Компьютеры. Изменить цену. Дорогой, нормальный. Вот нормальный я ставлю, окей. Все хорошо. Я то есть, знаешь, на границе между дорогим и нормальным. Так, а что, все, уже время закончилось? Не, подожди, время пока что еще есть. Время есть. Время на пару часиков поиграть еще есть. Вот, допустим. Смотри, прибегает, садится, сейчас будет заказывать. Вот, допустим, хорошо. Запросы утвердить. 2 часа, то есть он сейчас посидит с 10 до 12, ну, прям там более-менее можно будет уже идти спать, закрывать кафе. Не, ну, по сути, нам, конечно, нужно будет заказывать уже этот, как его. Так, а что такое? А неисправность какая-то? А, это отзывы. Внутри так холодно, я сразу убежал. Вы что, блядь, ебанулись? Вы зачем? Новые. Но норм вообще кафешка, между прочим. Я что-то не понимаю, что их не нравится. А как понять, внутри холодно? А ты, как бы, это пекарня греет только так, в смысле, холодно. Чего он там делает? А, ютубчик смотришь, нормально, да. Ага, правильно, правильно. Тебя что, блядь, интернета дома нет? Телефоном не страдай. Че это? В смысле, зачем ты сюда приходишь? Посмотрите, здесь дорого. Я тебе посовет скажу, я, конечно, за свой бизнес там переживаю и все дела, но, блядь, я не хочу же тебя просто наебывать открытую. Да, то ютуба, да только напиши там, напиши ему комментарий, ты этому, чтобы он сразу-то понимал, я тут главный. Давай, это чтоб... Я понял. Он зашел, а с моего компа написать, короче, обидные сообщения в комментариях, чтобы он не вычислили и не выплили. Все ясно, ясно, понял. Я так понял, я иду домой пописать. Это к вопросу о том, что у меня здесь нет туалета. Или вы что от меня хотите? Я не понимаю, почему вас так не устраивает мое кафе. У меня прекрасное кафе, прекратите. Так, закрыто кафе. Кафе закрыто, я пошел спать. Тут написано, что игра сохранится только во время сна. Допустим. То есть я в прошлый раз не сохранился, вышел в меню, поэтому все пришлось начинать заново. Ладно, погнали. Пока никаких клубешников. Я дал ему сатыгу, да? Все окей. Сатыгу ему дал, все нормально. Так, где я живу? Где-то есть вход в мой дом. Вот тут.
Да, это он. На лифте никто не катается. Я на каком этаже же? На третьем? На третьем же, да? Что-то все кнопки нажимаются разом, ладно. А кто у меня живет на втором? Это все пока так криво выглядит, что просто обосраться. У меня пишут плохие отзывы, я не понимаю, что мне с этим поделать. Что вы хотите, блядь? Этот клуб находится в гараже, в обычном. В обычном гараже находится клуб. Что вы от меня хотите? Какой пописать? Выйди, пописай на улицу. Ну не у меня же, в конце-то концов. Давай спать, давай. Сейчас започешу глаз. Игра сохранена, спасибо. Так, все. Мне типа сказали, что я готов. Я готов. Я прекрасно. Я готов. Ладно, а поехали на второй этаж. Посмотрим, кто живет на втором этаже. Короче, я не понял. Я не понял прикола, к чему я там готов. Мне ничему не научили. Мне просто дали, показали, как ставить этот, как ставить компьютер на стол и все, как открывать кафе. Вы думаете, этого хватит? Один час бесплатно чего? Wi-Fi флешки? Squid? Не понял! Чё за херня? Почему? А чё у вас тут так классно-то? Вы чё? А почему я в гараже сижу? Ибо в первую плойку, смотри, от снесовских джойстиков. Так, это этот, как его, PlayStation 1 эмулятор, который продавали, да? А почему у вас так как круто, а у меня нет нихуя? И главное, прикинь, как удобно, работа прям дома. Я так понимаю, что первый этаж это выход, второй этаж это интернет-кафе, а третий этаж это моя хата. Мы сегодня поедем куда-нибудь, нет? На первый этаж поехали. Что у меня попало в глаз, я не понимаю. Так, я, если честно, немножко удивлен. Я тоже хочу, чтобы у меня было так же. Желательно прям, чтобы вот у меня же здесь же. Так, опять бомжонок что-то меня хочет. Пойдем посмотрим. А в клубешнике тусят бесконечно. Клубешники бесконечные тусич происходят. Чувак, наша жила вмешивает свой бездельник. Я сделал тебя одолжай, если побьешь его за меня. Но мужчина футболка написано «семья». Он всегда носит белую майку и лысый. Давай, семья, белая майка и лысый. За что? За что? Да хватит! Что такое в глазу торчит? Прекрати! Ебать, пацаны! Пытается обогнать дым отжиманиями, смотри. Нормально. Так, он лысый, носит на майку с надписью «семья». Ну, как бы это же нелогично до такого нарываться. Сейчас мне, блядь, за семью и за себя он мне просто... Мать, спортивный райончик. Какой спортивный... А мне бы на приюшку кого-нибудь из вас бы взять, дурачков-то. Я бы прям всех бы взял, вот такие все веселые. Так, а есть кто-то лысый с надписью «семья» на футболке? Вот идет, белая футболка. Белая футболка, лысый, похож сзади, если честно. Там пара-па-па-пара. Так, ну, похож семья? Нет, на семью не похоже. Тут что, два клубешника? Что-то... О! О! Фэмили! Слышишь? И все, что ли? Да, получено достижение файтер. Прекрасно. Поговорить с нищим. Пойдет поговорим. Да что ж так какая-то в ухо-то в одно качает? Можно хотя бы, чтобы в два-то ухо качало? Что-то он какой-то слабенький. Меня девка отметелила здесь только в путь, блядь. Базари синусоиды нарисовывают мне. Так, я все. $200, хорош. Спасибо. Ну, по идее, я сейчас как понимаю, мне нужно Best Parts PC. Я типа заказываю из соседнего гаража. Почему так долго тогда идут эти запчасти? Блин, тут кого только нет. Это какой-то мемный город? Мембург или что? Что за хуйня здесь происходит? Объясните мне, пожалуйста. Блин, боже, кого-то... Что у тебя? А, я думал, у тебя укол зеленка, это трусы рваные. Так, ладно, подожди, мне кого-то нужно взять на превью. Кого-то где-то как-то взять, я не понимаю. Хотя зачем? Я могу просто на фоне компьютера сфоткаться. Зачем мне кто-то на прививку, когда я могу на ней быть сам? Быть сам на ней на фоне классного компьютерного клуба. Я возьму прививку клуба со второго этажа, никто не догадается. Что мой клуб, это вот нормальный клуб, ты понял, что это? Ну, слезы, это неплохо, на самом деле, у меня хотя бы из глаз что-то вылезет. Ну, серьезно, нормальный у меня клуб. Что ты, блядь, пристал ко мне? Прекрасный клуб. Так, включить электричество. Бля, почему постоянно приходится включать компьютер? Неужели нельзя поставить на расписание? Ой, какая замечательная идея. Просто, что ты падаешь? Бля, идея просто прекрасная, понимаешь? Сделать фотку другого кафе. Выдать за свою. Так, закрыто. Вы не можете, потому что... Да, иди же, пассатижи. Ладно, открываю.
Да, блядь, если это трансить с компьютера нельзя, серьезно. Так, хорошо. Открыт кафе. Так, ну зарабатываем чисто бабки. Чисто бабки зарабатываем, компьютеры. Нормальный. Вот опять вот этот чист. Вот так, хорошо. $27 в час. Ну, в принципе, неплохо. Так, ладненько. Давайте-ка мы, наверное, закупим себе еще одно рабочее место. Так, замазор. Замазор. Значит, нам нужен, во-первых, компьютер кейсис. Сколько у меня денег? У меня 1700. Может быть, что-то... Давайте купим все... Двухзвездочное попробуем. Давайте. Или полтора. Блин, давайте хотя бы полтора звездочное купим. Полтора есть. Так, нужен компьютер. Нужен потом кресло. Обычное пока купим кресло. Кресло, потом клавиатуру тоже вторую покупаем. Да. Вторая клавиатура. Второй монитор, допустим. Вторая мышка. Сейчас, секундочку. Вторая мышка. На 30 минут. Утвердить, ладно. Так, вторая мышка. Вторая мышка. Картины. Так, вот стол. Стол. А чё такие дорогие столы-то? Нет, что ли, обычного самого грязного стола-то? Стол? Ну и, по идее, пока все. 1500 прям впритык, ты понял? Хорошо, допустим. Эй, а деньги-то? А деньги-то? Эй, козел, деньги-то верни! Он ушел, не заплатил? Так, ну компьютер работает, все нормально. Там, кстати, можно было купить кондиционер, тем самым отзывы каким-то образом себе. Блин, а может быть поставить их по углам как-то? Потому что сейчас пока как-то у меня не влезет другой компьютер сюда. Блин, давайте сделаем так. Компьютер тейбл поставить. Блин, почему нельзя на мышку покрутить? Секундочку, брось его нахер. Так, иди сюда, брось его. Вот так вот, поставить. Поставить и к стеночке. Вот так, чтобы как можно максимально больше места было у меня здесь. Блин, кафешка-то открыта, а процесс-то рабочий не идет. Допустим, раз. Допустим. Два. Бляха, этот верблюд. Всю жизнь сломает, как он орет страшно. Уже просто из ниоткуда здесь появляется. Так, клавиатура. Это вроде не сложно, но так долго получается. Мышка. Окей, компьютер готов. А, стул, стула нет еще. Стул тоже стоит, хорошо. Стул стоит, все нормально. Вот так, допустим. Так, кафе работает, все хорошо. Где там наши покупки? Приехали, нет? Приехали, отлично. Отлично, приехали. Так, это LCD, значит, окей. Раз. Бляха, надо свой стол куда-то убрать отсюда. Я не понял, меня реально наебали сейчас и ушли, не заплатив, да? Правильно я понял? Это не очень хорошо, если честно. Это прям, ну, совсем плохо. Так, стол сразу сюда поставлю тогда. Эх ты, что ж такое-то? А почему он так крутится, непонятно. Почему он крутился в стену? А чё он такой низкий? Как его поднять? Подожди, это игровой, что ли? Какие-то джойстики нужны. Сюда приставки нужны, бляха-муха. Я не тот стол купил. Так, что там, на час? Хорошо. Так, ладно. Тогда давайте я куплю себе нормальный стол. А кто знал, что это не нормальный стол? Там не написано было, для чего он был. Это, блядь, где он? Через джойстик, кейборд, монитор. Так, а вот Dex, все вижу. Это Basic консоль. Так подожди. Да вы чё? Вы чё, я спрашиваю? Алло! Выйди быстрей! Где? Блядь, застрял. Вот падаль, ты посмотри. Ты чё делаешь-то, тварёныш? Ты чё делаешь-то, алло? А почему 1,8? Он столько просидел здесь. Блять, а я оставил, ничего не закрыл. Ты чё такой райончик здесь неприятный? Чё за херня? Бляха-муха, а где мне купить обычный-то стол? Я ничего не понимаю. Где обычные столы? Дескс. Ну. Угу. Ага. Компьютер, консоли, чейрс, кейбордс. Ну, дескс, что не так-то? Так, 30 минут, давай.
Basic консоль. А где Basic? Pro Gamer, Gamer Extreme был. Деревянный стол, Basic VR стол, Pro VR, Gamer, Simple Table, Warn Computer Table. Так, секунду, давай. Давай, 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 забирай. Так, спасибо. Спасибо, молодец, спасибо. Где обычный, самый дешманский, засранный компьютерный стол? $328? Нормально, нет? Так, что по времени-то? Сколько времени сейчас? 20 нормально. Так, окей, ну нам приходится пока только зарабатывать. Кто уже знал-то? Так, ладно, стул пока брошу сюда. Небольшой беспорядок будет, но все нормально, все под контролем. Все под контролем, все хорошо. Да, здравствуйте, не спи, пожалуйста. Все под контролем. Может быть, еще консольную херню закупить? Так, мышка. Это главное, чтобы все потом не разворовали. Сейчас я включу, секунду. Сейчас, не торопись. Не кипишуй меня, у меня проблемы с покупками. Так, а это вот сюда 30 минут. Чего вы все по 30 минут покупаете? Купить на нормальное время. В конце концов, мне деньги нужны. Ты ведь смотри, потому что если ты мне деньги не дашь, я тебя догоню, я уже догонял. Так, это сюда. 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 Мусор, блядь, какой-то. Почему мусор нельзя? Так, не понял. Кто выключил электричество? Так, денежки давай. Давай деньги-то, ну что ты, давай. $8, что-то прям по копейкам каким-то дают. Так, стул тоже сюда. Так, смотри, а корпус, монитор, мышь, клавиатура, стул. Все хорошо, а с этим что столом делать? Блин, с этим вообще непонятно, что делать. Что за хрень? Они еще и пишут мне плохие отзывы, скорее всего, правильно? Потому что у меня здесь... Чего? Чего это следили-то? Так, секундочку, сейчас. Сейчас включаю. Так у меня не работает компьютер, подожди. Сейчас, кстати, надо заканчивать. Непонятно вообще. Сейчас... В зал жалко, что из вызова, из клуба не слышно музыки. Просто немножечко бы, знаешь, оно бы так играло. И стрёмно, что нельзя, не садясь за компьютер, эти действия нажимать. Так, сколько там? 2 часа? Нормально, кстати. Нормально, можно будет закрывать уже. 208, еще чуть-чуть, и мне хватит на... А что, ты все, пошла? За 1,8, ладно? Ладно, не страшно. Так, закрываю пока. Больше ко мне сейчас никто не придет. Давайте чуть-чуть уберемся. Наследили, тут наговнили, отвратительно все наделали. Казалось бы, зачем вообще сюда ходят, вот в эти места? Здесь же ничего нет. Хотели, наверное, подрезать у меня мышку? Бля, вдруг у меня с улицы что-нибудь подрезали? Вот было бы не очень. Это, кстати, нельзя брать, да? Это по стандарту здесь стоит. Я могу сломать, я не знаю, в соседний гараж стену себе или что-то как-то, чтобы это сделать. Здесь нужно за что-то платить или нет? Вообще вот это не... Я пока выключать ничего не буду, я просто пойду. Типа, зачем мне это делать, если у меня и так деньги никуда не берутся? Вроде как работаем, но как-то, знаешь, туговато пока идет. Денег мало, никто особо ничего не приносит. Это как... Такой себе бизнес. Да не на второй, на третий. Да на третий, на третий. Не надо, хотя второй этаж, там фотку можно будет сделать. Но давайте мы сейчас спустимся и сделаем фотку на втором этаже. Ну типа, чтобы... Ну что вы... Ну типа, как бы это то, к чему я стремлюсь. Это не то, что у меня есть, но, по крайней мере, то, что у меня будет, скорее всего. Так, кровать, хорошо, спать. Сохраняшка прошла, что по времени, кстати? Можно, в принципе, закончить. А можно, в принципе, и нет. Ладно, давайте пока не будем. Или будем, я не знаю. Нет, давайте не будем. Или будем, подожди-ка. Так, а как там эньки-беньки-бац, да? И что я насчитал сейчас? Так, что я насчитал, заканчивать или еще один денек пройти? По идее, еще один денек — это недолго. Но пока мы сделаем прибыль, пока еще. Так, во, нормально. Во, тихо, во. Во, фанец, фанец, нормальный фанец. Вот это понимаю, тут хорошо, вот этот прекрасный фон. Типа и люди сидят, и компьютерный клуб у меня, и все прекрасно, и замечательно. Ай, бляха. Да, это будет... Я просто с самого начала не говорил, это мой клуб, я здесь как бы заведующий. Просто я этот клуб уже развил, мне стало как-то неинтересно, все так, знаешь, на мази. Мы сегодня куда-нибудь едем? Нет. Все так, а на мази, все само работает, управляющий стоит. Че это такое чесать? О, покраснел, расчесал. Так вот, управляющего нашел, все работает само по себе. Стало скучно. Я решил, опа. Диски какие-то. Это что, это чтобы игры ставить на компьютер, чтобы не особо их покупать или что? 648? Подожди, а у тебя подешевле, что ли, или что? Это, кстати, надо сравнить. Это, наверное, чтобы не ждать доставку, мы можем купить прямо здесь.
Блин, Office Mouse 96, там такого, по-моему, не было вообще. Картонная VR, коты какие-то, телевизоры. Жить, что жить? Это телеканал... это... Жить, это в смысле прямой эфир, лайв. Жить, он. Телеканал «Жить», заебись. Заебись, «Жить», телеканал «Жить», нормально. Так, у меня все работает, интернет-кафе открыто мое, нет? Мне нужно купить стол, у меня не хватает денег на стол, а стол нужно купить. Открыто кафе, ладно, поехали зарабатывать. Где мой этот друг-бомжонок? Где мой друг-бомж? А, подожди, а в том магазине не было столов? Бляха, там же должны были быть столы, наверное, да? А здесь вот есть магазин? Блядь, там только чувак приседает. Так, ну где люди-то все? Этот стол, кстати, нужно отсюда отставить сразу. Давайте я вот сюда его приставлю, пусть пока тут стоит. Сюда нужно купить консоль, два джойстика, кресло и монитор. Хорошо, но у меня здесь не хватает консоли и двух джойстиков, если что. А сколько это стоит? Так, консоль и два джойстика, смотрим. Консоль сама. Где сама консоль? Джойстики. Это 250. А консоль 278. Хорошо. Не, на это у меня тоже не хватит. Game Station 5. Уже. Z-Box XL. Неплохо, неплохо. Так, здравствуйте, садитесь. Садитесь, поиграйте. Все хорошо у меня. Можно, короче, свет не... Подожди, что такое? Температуру мерить? Горячий 33 градуса, по-моему, нормально, нет? Значит, наоборот, холодный получается. Так, я включаю сейчас этот заказ клиента. На сколько он пришел? На 30 минут, ладно. На 30 минут. Так, что у меня по отзывам, кстати говоря? Где отзыв? Отзыв.норм. Спокойно. Спокойно. MyCafe, 5 отзывов. Отправь личное сообщение, знаю место получше. Писала на писала на штаны, был обзор, там был туалет. Не интернет-кафе, а дерьмовое кафе. Нет игр, хочу игру. Так это интернет-кафе, а не игровой клуб. Алло, до игрового клуба тут что? Здравствуйте. А что так мало-то? $8-то, алло. Да постоянно мне электричество отключает, заебали. Почему не дают мне по $8? Они садятся на полчаса. У меня стоит цена там $30 в час. Что не так-то, я не понимаю. У меня в настройках, смотри, стоит цена $27 в час. Они за полчаса должны мне давать 13,5, 13,6. Они дают 8. Это как-то неправильно. Может, добивать надо ходить? Типа, отдай деньги до конца. Блядь, как же надо было так обосраться со столом? Почему нельзя продать? Блин, может, реально добежать, посмотреть стол какой-нибудь дешманский за $200? Может, в этом интернете подороже, чем в этом? Так, дай мне денег заработать. Во, стой. Привет, друг. Слушай, мы знаем, сейчас электричество. А эти ублюдки наверное закрыли электричество, чтобы брать взят. Если вы дали мне $200, чтобы купить этих панков, больше не отключу. Не сейчас, подожди. Не сейчас. $200 за то, чтобы электричество больше не отключалось. Это, кстати, полезно, но не сейчас. Так, ко мне придется сегодня, нет? Или пока прикрыть мне лавочку, чтобы добежать... Ага, все, пришел. Согласен, давай закупай часа на 3-4, пожалуйста. Я тебя закрою, и ты будешь здесь сидеть вообще один. Ты можешь заниматься здесь всем, чем угодно. Надо, кстати, стул немножко отодвинуть. Так, запросы. Да, блядь, опять 30 минут. Ты издеваешься надо мной или что? Почему 30 минут-то? А что? Что? Типа им не надо так долго? Так, я чуть-чуть стулом отодвину, то неудобно, они, судя по всему, сидят. Блин, почему старый не дал мне задание, наоборот, какое-нибудь, вместо того, чтобы платить ему? Я не понимаю, они приходят, по-моему, сюда, блядь, без банок, без всего. Один раз только сигарет увидел, а засрали мне уже всю кафешку мою. Полностью, блядь, все тут засрали. Где еще следы? Ага. Мне нужна какая-то херня, чтобы этот, как его, в швабу хотя бы вставлять. Так, секундочку. Нет никого. Спокойно. Спокойно, сейчас не дурим. Я пойду посмотрю дешевый стол. Мне нужен любой стол. Бля, почему нельзя из соседнего кафешки просто его взять чуть-чуть себе? Просто попользоваться на время. Здесь есть стул в продаже. А стола... Стола типа нет, да? Такой телеканал «Жить». Прекрасно. Стул 61. Мне кажется, там все-таки они дешевле. Подожди, а есть где-то мебельный магазин? Это же было бы так классно покупать мебель подешевле. Опа. Понял.
Какой страшный мой. Так, а там что у нас? Ну-ка, давай посмотрим. Блять, кругом какие-то помидоры. Где нормальная мебель продается? Хотя бы старый просто обоссанный стол. Почему нельзя на этот стол поставить? Ну, какая разница, консоль, но не консоль. Да, конечно, низковато будет, но первое время хотя бы денег-то отработать вообще было замечательно. Магазин секонд-хенд. А это тот, в который я заходил. Да, окей, магазин секонд-хенд. Бутики майнер. Это... Окей, нет дешевых столов. Дешевые столы отсутствуют. Так, интернет-кафе нужно открыть. Но нам нужно ждать еще 15 тысяч клиентов, чтобы накопить себе $300 на этот ебаный стул. Знал бы, вот не покупал бы. Я не знал, я думал, что я нормальный стол покупаю. Консоль, хуенсоль, попробуй там разберись. 328 долларов, у меня пока что 221. То есть я даже продать ничего не могу. Бля, а почему, кстати? Было доставлено. Может быть, как-то можно отменить заказ. Вернуть стол, типа, меня не устроил. Это же, ну, по закону о правах потребителей, блядь. Я имею право вернуть в течение 14 дней. Это не сложный технический товар, хуета, это просто стол. Почему я, бляха, не могу его вернуть? Так, о, на часик. На часик уже хорошо. На часик уже пойдет. Подожди, а как мне тут не выпускать клиентов? Вот она пришла чисто такая потупить в монитор. Опять смотрит ютубчик. Какая-то залипательная, походу, панорама дороги, полей. И просто нравится на это смотреть. Блин, может... Нет, на консоль я не накоплю. На консоль я не накоплю, это невозможно. Так, ну-ка отошли отсюда нахуй, сомнительные личности. Отошли отсюда быстро все с моего кафе. Ушли отсюда нахер. Смотри, какие черти. Так, все, она, давай деньги мне. Давай деньги, все прекрасно. $18 за 2 часа! Да что происходит? Ты рядом не сидела 2 часа. Было же, по-моему, тоже 17. Она взяла на 2 часа, но посидела меньше, и отдала... Нет, вот я и тебе поэтому и говорю, нужно, бляха, делать так, чтобы они отдавали деньги заранее. Она приходит, говорит, на 2 часа, отдает мне $54.40. Я говорю, окей, она садится и говорит, я посидела меньше. Я ей скажу, а меня это ебет? Ты мне заплатила, все, 2 часа сюда никто не сядет. Ты можешь уйти сейчас, проверить через полчаса, здесь никого не будет. Этот стол занят, все, в чем проблема? Что такое 0,9? Может быть, повыше просто цену поставить? Просто ко мне, наверное, никто не придет. А почему? Какие 0,7? Что это значит-то? Вот это что такое? Почему 0,9? Действительно. Она же уже зашла. Она же уже зашла! А чё, прикол? Они, прикинь, они приходят на маленькую цену, а садятся за большую. Они приходят реально за маленькую цену, а садятся за большую. Что это за число, я не понимаю. Что вот это за число 1 и 2? Что это значит? Это очень дорогое, да, прекрасно. Не, ну надо же как-то крутиться поначалу, 100%. Крутиться как-то надо. Так, все, окей, посидела, сейчас отдаст мне полностью 600-820. Куда пошла? Куда собралась? Алло! Нормально, так деньги... деньги выбиваю. Ну а как по-другому? Так, тихо, я забыл. Забыл произвести небольшую махинацию. Тихо, у меня нормально все, нормально у меня все. Заходите. Заходите, все прекрасно. Заходите, замечательно. Главное успеть. Главное успеть перед тем, как кто-то придет, поставить цену на максимум. Тем самым мы заработаем свои $300 в любом случае когда-нибудь. По чуть-чуть, помаленечку, потихонечку, знаешь, по семечке, вот такой маленькой, по скорлупочке. И все полигонечку надо наладить, у нас все будет хорошо. Все будет прекрасно. Так, кто-нибудь придет сегодня ко мне? Нет? У меня очень дешевый компьютер сегодня. Смотри, очень дешевый, смотри. Опа. Вау, вообще 0,6 в час, я вам отвечаю. 0,6 в час. Дешевле не найдете в этом селе нигде. Дешевле не было. Дешевле не было и не будет. Ну, кто-нибудь на 2 часика еще перед сном, пожалуйста, загляните ко мне, все будет нормально. Я ни при чем. Это все сбои. Сбои в электропитании и в электро... Пошел отсюда нахер. Что такое-то? Что значит безгранично? Он тут навсегда, что ли? То есть он просто займет компьютер и не будет отдавать мне деньги. Я это понимаю как наеб просто какой-то. Чисто, знаешь, прикол. Развод какой-то. Я это так воспринимаю, если честно. Мне кажется, что оно так и есть.
Ну не будешь здесь просто так писать, что он безлимитный. Так, что по времени? Ноль... А, все, больше никто не будет. Ладненько, окей. Пойдемте домой. Закрыто, все хорошо, пойдемте домой. О, бля, вот это спецэффект. Вот это RTX дождя. Вот это прям хорошо продумано, прям как настоящий дождь. И звук такой, и лужи, прям как реальная жизнь. Прям real life 100%. Ой, real жить. Реал жить, хорошо. Так, ладненько, давайте на этом заканчивать на сегодня. Не, ну, по идее, симулятор выглядит максимально ущербно. Максимально. Но хотя он работает, типа, здесь все, вот, все. Да в смысле, блядь, что-то не уехал-то? Что? Он работает, это самое главное. Он работает, здесь пока что есть к чему стремиться, поэтому посмотрим. В принципе, поначалу неплохо. А там дальше разберемся. Устанешь, на самом деле, крутить кружочки на каждый игровой стол, чтобы приходить по маленькой цене, а уходить по большой. Я так и не понял, что это за цифра на самом мониторчике там была нарисована. Вот этого я реально не осознал. Это, может быть, какая-нибудь стоимость окупаемости или что-то вроде того. Непонятно нихуя. Ладно, ссылка, если что, на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, нажмите про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем встречи, все, ребятушки, если что. Всем пока. Раньше здесь был мат.